что ж. Все, расходимся. Ждем, мои друзья, ждем. Концерта. Юрки, ждешь? Линдеман! 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 Небольшой отрывочек концерта Линдемана. Скажите, хотели бы посмотреть или не стоит вести эту трансляцию? Коронавирус ворвется, не ворвется. Юргена ушка. Вот такие несложные песни, друзья. Вы можете купить альбом. Там 11 треков. 1, 2, 3. Вау, что? Нет, просто Линда. Stage left left. Stage left left. Center center. He. Спир, спир, спир. Как же, друзья, не буду сказать начало. Словный концерт электронной версии. Каждому дано. Нам с Юркой повезло. Посели пиццу, выпили. Нужно красный сухого. Вот успели попасть в фан. Он вей, эй, Wireless. Друзья, началось с того, что сделал Юре подарок. Билет, то ли полбилета, я даже не знаю, как вам удобно. Чуть подарил билеты Юре. Привет, Беларуси. Концерт Линдеман. Он же парнишка, наверное, Лободы. Алла Пугачева сказала, что Лобода будет лучше. Поп-дива. Ну, эти все, здравствуйте. Привет Крыму. Азиза хочет, чтобы... Что-то она хочет. Калуга, сидите, здрасте. Ну, в наушках более-менее, да. Друзья, сейчас вот-вот начнется концерт. Вот-вот. Я думаю, вы можете посмотреть бесплатно. А остальное будет... Давай клиентуру подбивай. Что, просто так стоишь? Остальное просто будет. Фредо Бакану, ты знаешь, немецкий, только на уровне перевода песен Рамштайна. Очень тут жарко, очень много людей в масках. Не хотелось бы приболеть раньше времени, заражать всю поляну.
Даша Плеш пишет, что за урод на заднем плане. Где? Я надеюсь, что она сейчас будет смотреть это прямой эфир. О, Пензи, привет, у нас Пенза, два классных эти. Участника, как дела? Хорошо, Пенза, привет, как дела? Ждем, ждем концерта, друзья, Безос. ВТБ-арена, ВТБ-арена. Вот привет. Я так понимаю, это легкие. Да. Сейчас что-то да будет, друзья, что-то да будет. Тетя, на концерте Лендемана. Такого нехорошего дяди. Только не лезу только. До руководства. Блять, короче, до менеджера. Здорово! Ну что ж. Спасибо. Водички же хочешь, малыш? Да, это уже сухо становится. Делаю чек, проверяю чек. Привет Казахстану. Здравствуйте, без Милены. В общем, друзья, пока настраивают оборудование. Влад, привет! Конечно, встретимся. Стрельников, которая 1995, это наш первый заказчик свадьбы. Завтра мы с ним увидимся в Москве. Я думаю, проведем, может быть, даже прямой эфир, если он согласится. Вот, обсудим все тонкости, нюансы. И, грубо говоря, с ним и начнем наш дебют, потому что у Влада 130 гостей на свадьбе. Уфе, огромный привет! Ну, на вы, потому что с уважением. Милена на поляне сейчас. Милена на поляне. Слэм. Ну, я надеюсь, что Слэма не будет. Пензюкам привет. Эфир сохраню. Деккер, здорово. Ты чё там, урод, сделал? Нормально написал, Москва, все будет хорошо. Мой дружище, Юрка Плеш. Свободный молодой человек Юра Плеш. Давайте найдем ему девушку. Ладно, я шучу. У него жена есть. У него жена есть, давайте на ночь найдем девушку. На одно. Чё-чё? Я говорю, раз ты занятой, давайте на одну ночь найдем девушку. Ты ж парень простой. Я так понимаю, жизнь тебе надоела, да? Это да. Тут жена моя. А у Юры жена... А? Ща, наиграют. Проверили сейчас чек по музыке. Рок-концерт, да. Такого, что хотел сказать. Юра, что про тебя хотел рассказать? А? Что про тебя хотел рассказать? Мой вес, рост, прочие данные. Короче, друг мой, Юрка. Друг. Влад, а ты нас жди. Что, завелось, наверное? А, у Юры винный бар. Он сомелье. Мой учитель, который помогает мне, направляет в этом
Мани. Привет, Ниджи Мутагилу, концерт Линдемана. Все. Вот, посмотрите, какие... Какое оборудование. Это рыба будет кидать? Вот это да! Здрасте, здрасте! За забор покрасьте! Блять, ну что, поцелуйчики? Че ты? Ну хватит заигрывать, а? У него даже манипулятора нет. Привет мальчику. Все правильно, концерт солиста Рамштайна. Анна Боевая, привет. Я не удивлюсь, если он не на сцену. Да, привет. Кузбаева, какая простая девушка. Привет, родная, да? Привет, Витебску. Даже тема не будет, вот тебе кажется. Сейчас уже начинается вот-вот. Сейчас. Подождите немножко. Его увидите. Это не рамы, Линдеман. 1/6 рамов. Слуцк, Слуцк. Привет, Слуцк. Супер, удачи, спасибо. Лена дома, привет Иркутску. Вирус идет, да не дойдет. Привет Германии. О, на концерт в Самаре, а когда ты была на Эсик? Сколько дней назад в Самаре был концерт? В зале человек около 5000. Знаете, как проверить? Сейчас будет концерт. Привет, Пензи. Как много Пензи? Привет, Чечне. Концерт Линдеман. Ассаламу. Где прямой эфир? Ну, я его сохраню. Привет, Душанбе, да-да. О, 2013 рок над Волгой, да, было дело, да. Меня там не было, но было на других концертах. Привет, Пскову. Я уже не тот ваш. Может, сидите, как я. Мы с Миленой вместе. Привет, Дуденьки. Мы с Миленой вместе, но очень тяжелый период настал. Константин, здравствуйте. Здравствуйте, Константин. У него кокс. А это не сразу. Вот такая длиннющая стрела будет фиксировать концерт. А какая камера снимает? Все сразу? Нет. Там на портрет одна, на широкоформатке другая. Привет из Молдавии. Как по-молдавски привет? Привет. Сергей, я же русский говорю. Привет. О, ты же наполовину молдаван. Не наполовину, полностью. Ну давай, молдавская, замочи что-нибудь. Бонасера. Это, наверное, не помню.
Какой стрёмный молдавский человек. Друзья, извините за такого идиота. Но он такой родился. Карина, мне чуть палец в руке. Харе-харе-харе. Вот-вот, друзья, подождите. Сейчас все будет. Шариф. Будет наш толстяк. Шариф есть? Он мне в мессенджер пишет в этот. Осенью Рига. Ой, Тетлин, здрасте, да, снова медведь. А сколько дней будет эфир на неделю? О, Константин, ждем вас на ББ, ждем, конечно. Маски. Жизнь коротка, чтобы носить маски. Надо быть собой. Да? Почему не одели медицинскую маску? Жизнь коротка, надо быть собой. Почему я не там? Ну, Константин. На самом деле, я еще не знаю, как проходят концерты Линдемана, но Рамштайна было, конечно, просто незабываемо летом. Сейчас мы узнаем, насколько Линдеман зажигает свои сольные концерты. Ходят слухи, что здесь будут бросаться тортом и рыбой. Девушка спрашивает, живая или не живая? Блин, мне кажется, что она... И вот важно, потрошенный или не потрошенный? Окунь или... казан. Или карп. Карп, кстати, вот... Мы просто говорили, что живой кидают. А? Мы говорили, что живой кидают. Прям бьется еще хвостами? Да. Хвостами еще бьется. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Русалкой кидаются. Блин, а вот если ты хочешь спасти животное, чего с ней делать? Но ребята говорят, что не стоит ее ловить на вонючее. Да? Да. Мы парня встретили в очереди, он... Он вонял? Нет, он не вонял. Нет, вот он. А, кстати, да, вот он. Он второй раз сегодня. Да, я слышала, там какие-то все в торте бежали. Ну, торт лучше, чем рыба, конечно. Конечно. Вот хотя бы сладенько там. И не воняет. Давай. Ну что, вот-вот начнется, друзья. Давайте еще немножко. А пока минутка самообразования. Что такое софиты? Или софит? Это не лампы. Это всего лишь потолок, на который вешаются лампы. Так что будьте грамотны. Ошибкой говорить то, что софитами глаза слепит. Софиты – это дети Софии. Тоже верно. Сейчас вот-вот начнется, вот-вот. Мы с вами также на низком старте. Харе, блядь. Да трогает меня, стоит. Вот, все, мы не дали поорать, трогать на тебя. Я прикрыл руки. Я вам пока покажу свой пресс. А если бы рук, блядь, не было, что тогда? Пользуюсь моментом. На самом деле, что такого просто рак установленный. Здравствуйте, Головченко Елизавета. Здрасте, где мы? На концерте. Опа, я тебя выиграл, блядь. Так это ты. Сейчас я выиграл. Фу, друзья. Немножко ждем. Что за тус? О! Они
не знаю, сколько О еще. Реально? Наверное, еще не О. А может и О. Какие у тебя ощущения? Что будет? Будет час 20. Отрыва? Да, ну, вероятно. Час 20. Я думаю, что есть еще удивительно. Час 20 это как 30 твоих соитий. С большими перерывами между ними еще добавлю. Я думаю, что у него есть очень много возможностей эмоциональных, финансовых. Чтобы сделать шоу в сольном проекте. Достойное шоу. Это не творческое. Да, конечно. Я думаю, что это будет отличаться от основного творчества. Mm-hmm. Надеюсь. Зачем два одинаковых проекта? Согласен. Больше лирики или хардкора? Я думаю, что больше лирики. Он любитель лирики. Пообщаться, послушать людей, стихи Пушкина. Ребята, они волну пускают. Давайте мы. Сидит дома, не знаю, чем заняться, отходит от субботы, воскресный вечер, день. Посмотрите немножко и расслабьтесь. Я думаю, трека 3-4 я запишу на этом эфире. Так что... Те, кому не угодно наша политика, наши реформы, будьте осторожны. Находиться в этом месте. Сколько мы ждем? Юр, сколько мы ждем? Часа, наверное, ну да, полтора-два. Почти два часа, друзья, почти два часа. И то это еще мы припозднились. Продолжение следует...
прикол, прикол, прикол. Колесниченко, знакомая фамилия. Где-то я постоянно слышал фамилию. Нет, не был в Израиле, я собирался с Миленой. Он так много руками, что даже не знаю. О, это Алексей Рюмков, по-моему, Вокмуир. Все правильно? Алексей, да? Привет из города Майского. О, здорово, здорово, Леха. На Линдеман. Пошли вот с Юркой, с корешем. Отлично выгляжу. Ну, друзья, поспал целых аж 6 часов, конечно, посвежел. Я не с Миленой, она дома. Коронавирус везде, лучше дома сидеть? Можно, но не нужно. Оторваться за тебя хорошо. Но я лег первый раз на Линдеман, я не знаю. Как проходят концерты? Ну, ради разнообразия надо прочувствовать. У нас там целая инструкция от мужчины. Он показывает, как надо зажигать толпу. Ну тогда ничего не изменяет. Да я случилось. О, наконец-то Юркин час. Здрасте. Юрка искал девушку. Вот девушка. Нашлась. Ох ты ж. Блядь, девушка говорит, всем там надоело, всех поставил на место. Я сказал всем привет, я вас люблю. Да. Пошли, да. Так. Давай вот так вот сделаем. Да, вот давай вот так вот сделаем. Ну, давай. А что-то? Ну, что же? Ах, девушка, девушка. Приуныла девушка, приустала. Смотри, чтоб не укусила. Ох, вот. Ой, девушка. Идите к моему товарищу. Очень забавная девушка. Да как так вообще возможно?
А что? Это вообще невероятно. Кто там? Привет. Вот, привет передаюсь фанатам Линдемана. Что-то странное творится в нашем... Пиздец какой-то, бля, вообще. Невероятный пиздец. Батюшки. Вот не батюшки, бля. Батюшки, отнюдь. Отнюдь. Это пиздец, ну. Блядь. Тиль, выходи. Скорее. Тиль. О, там что-то... Ребят, сзади вас много места. Да подожди! Хорош! Я понимаю, ты нахуяешь вас, но подвиньте, пожалуйста, чуть-чуть. Ну подвиньте туда! Куда? Ты кому говоришь? Сам закрой свой рот! Не вычистись. Ну, а он сам начал первый. Ну нормально, прошу. Бля, братан. Дай я подниму чуть-чуть. Я нет. Я не собираюсь. Я отодвинулся. Но я не сам не очень доволен этой ситуацией. Я к своему другу бедра не прижимаются. Да, малыши карандаши. Вот-вот. Ну, по-всякому бывает. Я не поползу. Ой, да, жаришка будет. Она всех, пока ползла. За нее я не пойду. Замужем? Сегодня, да. А перерыв где был? Ну, где проводили его? Нормально. Где-то там, да? Много ветвей. А хульки. А что это от вас рыбы не пахнет? Ты на штанок понюхай. Ну это хорошо, что рыбы не пахнет. Что вы здесь, да. Запах тунца у женщины это... Не, это не добро. Знаешь, какой самый пиздатый вкус? Вкус пизды. Ух ты ж. Ух ты ж, так. Ну, блядь, я не могу вам позволить, блядь. Надо сказать, чтобы в Макдаке что-то поменяли. Бургер со вкусом чего-то. Вкусом пизды? О, друзья, еще немножко и мы начнем. Институтские годы в Днепропетровске. Это мы людей снимаем. Друзья, еще немножко. Еще немножко, и мы начнем. Еще немножко. Держитесь, сейчас. Сейчас. Еще немножко. Нет, он не толкает. Ни в коем случае, я вот так постою скромно за дядей. Я такая же хуйня. Просто за дядей постою. За дядей? Не водил. Бля, братан, такой классный. Смотри, не забери меня. Ох, теперь эта шутка вернулась ко мне. Я ее породил, я от нее и получил. Костюм Зены заказывал? Зены. Женщина королева воинов. Королева воинов. Королева воинов. А ну показать королева воинов. Я-то думаю, это Бен Ладен, король воинов. А это Зена. Тиль! Ходи в футбол играй. А Тиль выйдет! Тиль! Друзья, я также устал с вами. Устал. Но подождите немножко. Тиль!
Нет. Нет? Конечно, нет. Вот. Вот. Вот и девушка я ждет, Тиля. Она как лобода почти что. Да. Такая шикарная. Вот. Так что Тилю не поздоровится. Вот. Тилька сейчас все. О-хо-хо. Сейчас Тиль тут, ух. Ух, Тиль, держись. Ух, сейчас жаришка будет. Ух, Тиль. Ох. Ну что ж, я вам еще раз покажу новые технологии. Ну-ка, покажи мне. Новые технологии? Да вот они. Вот они. Я снимаю ее, она снимает меня. Вот здесь дырка есть, смотри, манипулятора нет, а дырка есть. А, что? Да, перегар появился тут, это факт. Я согласен. Вообще до пизды, блядь. Вообще, не важно. Законы просты. Или законы там просты. Да. Нормально ты? Дед, говорит, дед, покажи. Да я уже жду, когда начнется. Дед, пришлёк отдохнуть. Шутка отряда. Или Яндекс.Еда приготовила новый торт. Да, тут уже начинается там. Весело. Милена, Милена, Милена. Как вы успели? Точно, я же могу взять и отойти. Все заебись. Продержаться эти золотые 3 часа между концертами. Да? Я еще продержусь. Еще? Еще, я сам могу. Начало должно было быть уже полтора часа назад. Толерантность. Вот, отличное слово. Стилем, заболеваешь? О, друзья, пожелайте мне удачи, сил уже нету. Еще и Воронеже не справались. Ну, в Воронеже играешь, что ли? 23-го, да. А какое число? 15-е, 15-е. Какое число? 15-е. 15-е. Ну, в Воронеже, блядь, это же маленький город. Миллионник почти. Нахера. Воронеж? Ну, 1700, наверное. Так, Воронеж, сколько вас, скажите? Ну, 23-го, короче. А он там выступает. А где в России еще будет выступать? Все. Задержка, я не знаю. Москва и Воронеж. Вроде никто не болел. Ну, видите, он за один день два концерта дает, может, из-за этого. Черноземье. Столица Черноземья России. Я не про вас, я про Воронеж. Да, Воронеж, Курск. Больше миллиона в Воронеже, видишь, Вероника говорит. Красноярск, вот, привет, Красноярск. Всю хуйню, блядь. И до вас заберемся. Возможно, и до Новосиба. Почему он ну вот, хочет Воронеж. Не, я понимаю, что... И чё? Не, ему нельзя отказать, вот, согласен. Там вода обычно. Извиняюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Её там все более уже нет. Друзья, еще немножко. Я устал. Чекал Зелена концерт. Маленькая штука. Панк драйв. Бип-бип. Ой, специально спотежда для панкеров. Мне кажется, здесь одну нитку подёрнешь, одну нитку, и все рассыпется. Юр, тяжелое ожидание, да? Очень легкое. Очень легкое. Я икры накачал за 7 месяцев, на 7 месяцев вперед уже. Да, я варикоз заработал, как я люблю. Да. Я Кариш. Говна лепёх. Очень приятно. Карина? Карина.
с таким именем. А сестра была мужского пола? Да, не мужского. Карин. 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 У меня сестра зовут Карина. Сестра зовут Карина. Я Карина. Ну, не сестра, да? Варикоская картарек. Вот это выражение, да? Бля, сейчас нахуй буду ебашить. Ух ты ж. Ух ты ж. Ну нахер. Посмотрим. Ну нахер. Это первый рок-концерт ебанутый. О боже мой. Все хорошо, да, я верю в это. Аминь. Друзья, грядет начало. Конца. Юрка, ты готов? Друзья, намного меня не хватит. Постараюсь снимать как можно больше, но... Все, пошла, зарежь. Сир! Ты мне рубль должен. По-любому. Селедку давай. Прилагают это, сдать анализы. Друзья, да ладно! Вау! Мы обычно на концерты начинаем, где кое-что нужно объявить. Во-первых, огромное спасибо, что несмотря на все эти вирусы, шмирусы и так далее, вы здесь собрались. Огромное вам спасибо. Теперь самое главное. Сегодня мы снимаем видео Life in Moscow. Я хочу услышать толпу на 10 тысяч. Я хочу, чтобы вы как я люблю. Можешь подписывать туда? Не, реально, можешь девочкам передать и заграждать. Не, да. Ну, это нормально? Ну, другу можно. Да, это нормально. Сам подними. Да ты ж тыкни. Я ж не попал. Это же не твой друг, а мой. А он тоже может быть мой друг. Не знаю. будет сейчас тема. Уважаемые дамы и господа, в связи с ограничениями в законодательстве, часть контента подверглась цензуре. И не могу не показывать.
I have a last one.